Oh.
Отца, услыши, помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине вашем, высокопреосвященнейшем. Thank you.
Господа,
Так что хорошо. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Свои ученикам
ali spravo Judra, Jakuba i Ivana, samih nekih smijelih, vidnih osoba, što bi je častio te misije. Znači, ona je htjela da vi, što bi utvrši srednjih učenikov, uvjerenost, što on je sin Boži, što on je što odlišao i будет страдать добровольно ради нашего спасения. Поэтому, когда они вошли на гору Тобор, чтобы помолиться, ученики утомились, потому что подняться на эту гору пришло, требует большого усилия. И они заснули, когда Спаситель молился. Но они заснулись, увидели дивное видение. Христос сиял лицом, как солнце, ризы его были белые, как от светлые. И с ним беседовали Моисей и Илья, также сияющие этим нетварным небесным светом. Это очень поразило учеников. Они почувствовали великую радость и удовлетворение. Они слышали, как Спаситель и Ветхозаветные Моисей и Илья беседовали стоящие страдания Спасителя на Голгофе. И это случилось, чтобы, как говорится в Тропаре, да и за узрит распинаемо страдания у веры вольные, чтобы, когда увидят Христа распятого и страдавшего, они будут понимать, что это Господь добровольно взял на себя такой подвиг крестной смерти, и Он делает это для нашего спасения, для искупления от первородного греха и наш личный грех. Поэтому это было важное для учеников понять это и передать это другим ученикам. И для нас, дорогие братья и сестры, это важно для понимания, как мы спасаемся. Потому что все угодники Божии, которые исполняли заповеди и точности, они также участвовали в этом небесной славе. Господь приоткрыл ученикам и всем нам, христианам, какое будет Царство Небесное, будет сияние благодатное, потому что каждый, кто подвязается, будет проникаться благодатью Святого Духа. Дух Святый войдет в всех. И все будут также участвовать в этой нетварной славе, которую Господь открыл всем своим угодникам. И мы знаем из Святия Святых, что многие из них видели другие, как они сияли, как преподобный Серафим Саровский, и также видели нашего святителя Иоанна Шанхайского, также сияющего таким небесным светом, когда он молился в алтаре и даже приподнимался в воздухе во время этой молитвы. Это для того, для утверждения, для укрепления нашей веры, что мы видим такие примеры с этих угодников Божьих. И это также напоминает нам, что мы также могли бы
быть такими участниками благодати Божьей, если мы будем усердно стараться избавляться от всех наших грехов через покаяние и усердно, ревностно молиться, приближаться к Богу, вот мы также можем принять такую благодать, потому что Господь призывает всех нас быть совершенными, быть святыми, как Отец Небесный и Святой. Поэтому этот праздник напоминает нам, как будет Царство Небесное, и как мы также можем быть участниками этого. Поэтому будем стараться, будем ревностно молиться, исполнять благодать заповедей Божьей, чтобы Господь сподобит нам принять благодать Его и укрепление нас в нашем пути к Царству Небесному. Он есть наша цель в нашей жизни. Аминь. Еще раз поздравляю всех вас с этим радостным и знаменательным праздником. Благословение Господне на вас, Его благодать и человеколюбие, всегда ныне присно, во веки веков.
Thank you.